Пора уходить отсюда. Ладно, сюда! Я вернусь на пост безопасности и попробую подключиться к твоей рации. Жди от меня сигнала. Эй, береги себя! Сработало. Попробую расчистить тебе путь. Ищи Мосман. Я выведу отца из тюрьмы, а потом догоню тебя. Подожди. Я подумаю, как открыть эти ворота. Окей, есть. Я открою через секунду. Проклятие! Заклинило. Ладно, есть идея. Давай назад в тот кабинет. По схеме за полками должна быть вентиляционная шахта. Обнаружен незначительный перелом. Осторожно, Гордон. Я засекла сенсоры комбайна впереди. Осторожно, Гордон. Я засекла сенсоры комбайна впереди. Состояние критическое. Я начну работать над воротами. Секунду. Окей, есть. Черт, взгляни-ка на монитор. Прожить. Выходите подавлением.
входишь в новый зал управления. Кажется, там все еще кто-то есть. Похоже, к тебе направляется целая куча солдат. Быстрее, обыщи комнату. Тут должны быть пулеметы комбайнов. Я изменю их программу, чтобы они атаковали врага. Нужно защитить комнату управления. Внимание! Обнаружено подключение вирусного интерфейса и перепрограммирование полифазного ядра. Я не могу отключить эти поля отсюда. Когда получу к ним доступ, я тебя сгоню. Сюда идет много солдат. Удерживай форт, пока я не подойду. Держи пулеметы наготове. Тебе надо продержаться, пока я не пройду. Прости, что я так долго. Хорошо, что с тобой все в порядке.
Попробуем найти Мосман. С этой станции мне легче будет попасть внутрь. Вот она. Минуту. Да как она? Извили с пути. Я не по этому поводу. Что у нее на уме? Мы же обещали не трогать Илая. Я признаю, что солдаты несколько перестарались, но он был слишком заманчивой целью, чтобы просто его отпустить. Особенно за отсутствием гордости. Вы получили бы Фримена, если бы были терпеливы и ждали моего сигнала. Мы не были уверены, что ты вообще за это возьмешься. В наши времена слово «преданность» мало для кого имеет значение. Я уже говорила, вы должны позволить Илаю самому встать на вашу сторону. Нельзя же просто... Я знаю доктора Венса гораздо дольше, чем ты, моя дорогая. И я боюсь, что твои чувства к нему ослепили тебя. Чувства? Да при чем здесь чувства? Это же просто... Если Илай поверит в нашу... Этот вопрос не обсуждается, доктор Мосман. Пожалуйста, доктор. Сожалею, Джудит, нет времени. Черт бы ее побрал, я не верю! Пошли, Гордон, теперь нам точно нужно торопиться. Иди первым, я разрушу следующий уровень защиты и догоню тебя. Thank you.
Еще солдаты. Посмотри, нет ли где пулемета. Быстрее приготовься. Солдаты повсюду. Всем оставшимся подразделениям направляться к 308. Выполняйте. Сигнал один перевести в игру.
Прости, что так долго, Гордон. Похоже, тебе нужна была помощь. Больше я тебя не брошу. Теперь выследи Мосман. Извини, Гордон. Наземным силам. Давай. Провал миссии влечет выселение в нежилое пространство. Напоминаю. Отлично, пост. Еще один пост. Остановить, устранить. Так, Мосман, где ты? Где? Ха! Вот она. Ха! Попалась! О-о. Пошли, Гордон. Не будем заставлять ее ждать. Давай, Гордон! Я заблокирую дверь. Обратной дороги нет. Вот она. Я поговорю с ней сама, Гордон. Она поможет нам выбраться. Кто-то. Алекс? Гордон? Как вы сюда попали? Нам известно все о тебе и Брине. Что? Ты все это время работала на Альянс. О чем ты говоришь? Черт! Назад, Мосман! Мы заходим! Алекс, что бы ты ни думала, поверь, я старалась защитить твоего... Заткнись! И радуйся, что ты нам еще нужна! Мы перенастроим телепорт и уберемся отсюда к чертовой матери. Видишь, мы работаем с одной целью. Я перепрограммировала модулятор для имитации зенретранслятора. Ты украла работу моего отца. Это ведь и моя работа. Я должна была доказать доктору Брину, что твой отец крайне необходим для любого нашего исследования. Хватит нести чушь! Смотри, Гордон, вон мой отец. Я его вызволю. Вы нашли Лая? Нет, благодаря тебе. Введи координаты лаборатории Клайнера и вперед. Но нужно пробраться к платформе телепорта, а мы в заперти. Я позабочусь об этом. Ну, идем. О, боже. И ты с этим работала? Как долго? Раньше? Никогда. Я ясно представляла то, что можно ожидать. Не сомневаюсь. Как будто нас поджидает. Альянс использует формирователь импульса с большой длительностью фронта, поэтому они долго заряжаются. Папа, сюда! Прости, что так долго. Надеюсь, с тобой все в порядке. Не беспокойся обо мне, дорогая. Джудит, так они тебя освободили? Не совсем так. Элай, я так за тебя переживала. Координаты, доктор Мосман. Так вот он, портал Альянса.
он меньше, чем я предполагал. Быстрее, Мосман! Доктор Клейнер! Алекс, где ты? Мы в Новопроспект, и мы впервые испытываем имитацию Ксен. Вы готовы нас принять? В полной боевой готовности. Хорошо. Сначала мы отправим отца, он уже готов. Что это? Подожди, надо опустить это назад. Нет, стой! Что ты делаешь? Прости, Алекс. Это единственный выход. Нет! Вернись немедленно! Что происходит, папа? Алекс? Джуди, нет! Что происходит? Координаты. Куда она его отправила? Нет. Гордон, прикрой меня. Нужно перезапустить портал. Еще немного.
Боже, получилось! А где доктор Кляйнер? Доктор Кляйнер, выпустите нас! Алекс? Гордон? Боже, как вы сюда попали? И когда? Что случилось? Дорогая, я и не надеялся увидеть тебя вновь. Я тоже боялась, что мы не выживем. Похоже, телепорт взорвался в начале передачи. Да, это так. И последствия были серьезными. Но это было неделю назад. Что значит неделю? Мы с Гордоном были там минуту назад. Удивительно. Похоже, мы изобрели очень медленный телепорт. Похоже, необходим новый виток исследований. Неделя? Что же мы пропустили? Много чего, дорогая. Взрыв, который вы устроили в Новопроспект, стал сигналом к восстанию. А как насчет моего отца? Да, это очень неприятно. По словам Вартигонтов, он под стражей в цитадели. Нужно вытащить отца. Барни ведет наступление с этой самой целью. Еще один твой друг прибыл пару дней назад. Пес, ты добрался! Молодец! Вот, смотри, все не так уж безнадежно. Я бы хотела разделить ваш оптимизм, док. Док, отвечай, ты там? Эй, док, ты там? Да, Барни, и я уже не один. Только что прибыли Алекс и Гордон. Ха, вот это новость. А я уж думал, вы пропали. Мы собираемся устроить здесь базу для атаки на цитадель. Гордон и пес придут к тебе на помощь. Я переправлю доктора Кляйнера в более безопасное место и найду вас. Мне пригодится любая помощь. Черт! Атакую! Давай, вперед! Гордон, ты слышал его? Я догоню тебя, как только позабочусь о докторе Кляйнере. Минутку. Я не могу уйти без ломов. О, нет. Куда же она делась? Иди, Гордон, я позабочусь об этом. Гордон, будь осторожен.
Бэтмен, и как раз вовремя. Оставались в черной бездне океана, вглядываясь во тьму. Мы поможем вам, чем сможем, док. Скажите, как мы можем помочь, доктор Фриман? Окей, док, вы главный. Мы с вами, доктор Фриман. Скажите, если надо чем-нибудь помочь вам. Берегись, хопперов! Они везде! Не тяжи хопперов, доктор Фриман! Мы можем использовать их против Альянса! Если снять хоппера, не повредив, его потом можно высадить везде, где он понадобится. Эй, да это же Фриман, тогда я тоже Проси. Берегись хопперов! Они везде! Сотрудник УДИТ, юрисдикция сил охраны. Сюда!
сотрудничать позор. Лучшее стремление к сотрудничеству. В нашей беспрецедентной ситуации отказ от сотрудничества. Извините. Это отказ от развития, равный самому. Лучше зарядите.
Брауниковик, жилой район. 6. Возьми аптечку. Возьми аптечку. Возьми аптечку. Перестрелка, дружить без оружия. Потерян пиар-сигнал отделения ГО. Желтый 7. Thank you.
Фриман, это ведь вы! Одну минуту! Я заложу несколько зарядов и взорву проход. Прикрой, перезаряжу. Заперто с обратной стороны, доктор Фриман. Может попытаться обойти вокруг. Там же жилье. Right.
Бегите! Затаиться, то здесь небезопасно. Тут невыносимый обстрел. Доктор Фриман, если вы ищете, где бы затаиться, то здесь небезопасно. Тут невыносимый обстрел. Хорошо, проходите! Давайте-ка за ним! Один готов!
доктор. Гордон, я знала, что найду тебя здесь. Доктор Кляйнер в безопасности. Теперь мы можем встретиться с Барни. Там внизу командный центр. Я надеюсь найти информацию о местонахождении генераторов. Готов? Вперед! Эй! Что ж, нам везет. Снаружи на площади стоит генератор. Мы стараемся отключать их, чтобы ослабить хватку Альянса в этом секторе. Мне нужно несколько минут, чтобы обнажить ядро, затем ударь по нему из гравипушки. И прикрой, если понадобится. Вы здорово выкрутились, доктор Фриман. Искренне жаль тех, кто потратился на страховку. Вперед! Мило. Заметили. Скорее. Лучше перезарядись. Это не займет много времени. Как только генератор отключится, я открою ворота, и мы сможем выбраться отсюда. Обычная панель. Давай, давай же! Прикрой меня!
сейчас исчезну. Парни должен быть на той стороне этого канала. Ну, вообще-то здесь был мост. Попробую разведать другой путь. А, жди меня здесь. Похоже, мы можем пробраться внизу. Вон там. Пойдем здесь. А, нет! Гордон, беги! Уходи отсюда! Thank you.
Состояние критическое. Положение критическое.
центр. Рота готова, прочесываем. Бежите. Отряд в атаке. Надеюсь.
Доктор Фриман,